сами откуда? Мы из Москвы. Армяне? Да. Ну и как вам Ереван? Да. Очень нравится. Можно? Можно. Пожалуйста. Вот мы фотографируемся. А вы комментарии пишете? Конечно, пишем. Под каким ником? Нет, я смотрела в сторону. Из Кокейна. Еще раз. Я почему-то так и знала, что я вас встречу. Тут. Честное слово. Спасибо. А под каким ником вы пишете? Что-то кукол очень много. Байтах меня туришь банелю, нет? Вот такие куклики моя бабушка тоже вязала, знаешь? Вот такие. Да. Но они круглые были у нее. А ты почему не вяжешь? Ну я-то когда-то вязала, ты разве не помнишь? Темные годы, сколько я при свечах связала. Вот видишь, темные годы имели свой плюс. Ручная работа развивалась. Да. А это Бизнес, да? А вы откуда? Иджеван, да. А, понятно. По группам, да, расположены? Иджеван, Гюмри. Да. Навуш. Да. А то я удивился, мы все время одно... Там вначале встречали Гюмри, оказалось, они по группе расположены. По областям, наверное, вернее, да? Талыш, Сюни. Вот, смотри, какой удобный поднос. Да. Для сушки. Сейчас покажу, одну минутку. Да. Интересно. Вот такой поднос. Вот смотри, как они косточки по одной сделали. Это все ручная работа, эти косточки. Абрикосовые. По одной выточили, ребята. А, эти косточки ничуть не уступают по вкусу миндалю. Нашему миндалю, который мы сделали. Согласен. Бахрамян, да, она перекрещивается там с улицей Бахрамян, с проспектом Бахрамян. Не волнуйся, она идет. А это сторона Кинонайри. Вот такая красота. На фоне этой красоты уже скульптуры несколько иначе смотрятся. Но каждое произведение имеет свое место, я так считаю. Но этих вязаных чересчур много. Да, очень много. Вот именно ручной вязки. Перебор, по-моему. Но здесь целый натюрморт собран. И вот такая одежда. Национальная, да? Да, национальная. У вас? Ботинки. Вот здесь так на месте снимаются национальные одежды.
Что ты говорила? Я говорю, вот ты снова хочешь показать, да, гончарное производство? Ну, я обещал, что подойдем. Нет, снова опоздали. Вот этот мальчик никак не решится, а времени у нас в обрез. Нет, все-таки решил, да? Анелюя зертаган, ты че? Анелюя горч зертаган? Чего? Нет, не хочет. Вот глину берут, лист ставит и получается. Вы можете показать? Отпечаток, да, получается, да. На мягкой глине. Сейчас думаем гортнакмем. Ага. Езере. Скалкой. Скалкой. Припечатывает. Да. А форму как получили? Сейчас. Палечку вырезаете, да? Да. Стацвима горца. А меня арак горца. Самая быстрая работа. С дилижаном парень. Это сердце, да? Тоже видишь, покрытая глянцем керамика. А что лучше? Я говорю, что не надо. Гугар Петрушян. Это не фарфор, нет? Почти. Почти? А, фарфор тоже из глины, нет? Да. Другая обработка. Между этой и фарфором разница только в температуре. Да. Фаянс, да, фактически? Фаянс? Ну, вроде фаянса, да. Ковчица. А это тоже, да, керамика? Это автор. Керамика тоже, картина. Да. А, подожди, не видно. Свет не видно? Подожди. Да. Нежная такая. Нежно-голубых тонах. А это ваши работы? Или? Ее. Да. Только ее или? А откуда у меня такой талант? Это ваша дочь? Сколько у меня было, я отдал ей. Да. Ваш талант в том, что родили ее. Ну, и воспитывали. И воспитывали. Откуда? Из Гюмри. Из Гюмри. Из Гюмри? Да. Удачи вам. Амена. До свидания. Ну, вроде закончили, Анет. Да. Обзор выставки. Честно провели обзор. Я думаю, можем попрощаться. Мы с вами прощаемся. До свидания. До свидания. И я думаю, на следующее воскресенье у нас уже осень будет в разгаре. Только бы не дожди. Вот такая погода. Хочу ее до конца осени. Вот такая выставка ручной работы.
Зинаида, знаешь, о чем мне подумалось? О чем? После этого. О чем? Вот когда говорят, что человек создан по образу и подобию Божьему, а синонимы творец и создатель. И вот самые, наверное, красивые черты, или как назвать, не знаю, человека, это его способность к творчеству и созиданию. Да, это одна из лучших его способностей, правда. Какие они? Посмотри, какая окраска интересная. Я дайвер.